Всем привет, мой никнейм Ксен, играю за команду Strix. Первые 10 игр достаточно были трудно проходили, у нас было много проблем в играх, но за последние 2 игровых дня мы собрались и очень сильно камбэкнули по общей статистике. Капитан у нас Gifted Rune, играем приблизительно вместе больше месяца. Собрались просто солянку, собрались пробовать поиграть в квалификации. Все пошло, быстро сыгрались, притерлись друг к другу, и у нас отлично все получается. По тренировкам где-то тренируемся 5-6 часов в день. Сейчас происходит практика просто в онлайне. У всех команд, которые участвуют на этом турнире, они имеют доступ к всем конференциям. Здесь каждая команда перспективная, и любая может пройти. Это онлайн, все играют на хорошем железе, с минимальным пингом, и у всех есть преимущества. Мы уверены, хотим побеждать.